Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Ну что, раз YouTube не отключили, насколько я понял, отключили просто-напросто монетизацию. Ютуберы могут работать, а денежек за это получать не могут. Ну ладно, я ж работаю не столько за деньги, сколько за большие деньги. Ха-ха-ха-ха-ха. Отвечаю на ваши вопросы. Вот просят у меня приобрести электронную книгу. Доброе время суток. Как приобрести книгу электронную? Куда платить? Куда платить? О, хорошо, хорошо написано, хорошо. Значит, я там кое-что там спросил. Второе письмо. Доброе время суток. Уринотерапия меня беспокоит, печень, женские болезни, фиброаденома груди и печень. С какой книги начать? Я из Казахстана. С какой книги начать? Так вот, вот именно для таких вот посетителей канала я записал книги «Целительные силы». Четыре книги. Я сам их надиктовал. Они были на спонсорской подписке. Со спонсорской подписки, которая платная, которую там никак не могут посетить, определиться, я их перевел. Это, пускай мой будет жест доброй воли. Для всех посетителей моего канала они могут начать изучать науку самооздоровления с моих книг «Целительные силы». Самых первых книг, которые были, разошлись миллионными тиражами, которые как раз сделали свою работу и обучают человека, можно так сказать, с азову и дальше, 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 дальше. Чтобы у человека было какое-то образование, вот такое, какое-то мнение создалось, что, что и как и делать. Вот для таких людей я как раз и выставил свободный доступ книги «Целительные силы», которыми вы теперь можете воспользоваться и изучать их. Так что воспользуйтесь.